Distort – предоставляет инструменты для искажения изображения. Bezier Warp – изменяет форму изображения, перемещая замкнутую кривую Bezier, размещенную вдоль границы слоя. Кривая состоит из 4 отрезков. Каждый отрезок содержит 3 точки. Bulge – искажает изображение вокруг заданной точки, из-за чего оно кажется выпуклым или удаленным от зрителя. Corner Pin – искажает изображение путем изменения положения каждого из 4 углов. Displacement Map – искажает слой, опираясь на цвета пикселей в контрольном слое. Liquify – позволяет смещать, поворачивать, увеличивать и искажать области в слое. Некоторые инструменты эффекта искажают область. Magnify – увеличивает изображение в заданной области. Mesh Warp применяет на слое сетку исправлений по Bezier, которую можно использовать для искажения областей изображения. Mirror разделяет изображение вдоль по прямой и отражает одну его сторону на другую. Offset выполняет смещение изображения в пределах слоя. Optics Compensation – используется, чтобы добавить или удалить искажение объектива камеры. Polar Coordinates – искажает слой в системе координат слоя, соответствующее положение в полярной системе координат или наоборот. Reshape – преобразует одну форму в другую на том же самом слое, перетаскивая обведенную маской область. Изображение искажается в соответствии с формой второй маски. Ripple создает внешний вид ряби на указанном слое за счет движения от центральной точки. Smear используется для перемещения области изображения в новое расположение, растягивая или смазывая. Используйте маски, чтобы определить желаемую область искажения. Spherize – искажает слой путем оборачивания области изображения вокруг сферы. Transform – применяет к слою двумерные геометрические трансформации, доступные для каждого из слоев на панели Timeline. Turbulent Displace – использует фрактальный шум, чтобы создать турбулентные искажения в изображении. Thirl
искажает изображение путем поворота слоя вокруг центра. Warp используется для искажения или деформирования слоев. Wave Warp создает внешний вид волны, проходящей по изображению. Warp Stabilizer стабилизирует тряску видео. Rolling Shutter Repair убирает эффект плавающего затвора, возникающего при движении камеры или предмета. Detail Preserving Upscale используется для увеличения изображения с сохранением деталей, а также резкости линий и кривых. CC Bandit дает возможность изогнуть изображение, изначально поставив Start и End. CC Bender изгибает слой наклонным способом. CC Blobilize стилизирует картинку в жидкую поверхность, опираясь на контрольный слой. CC Flow Motion искажает изображение, используя две точки. CC Griddler разделяет слой на квадратные поверхности и дает возможность их смещать. CC Lens деформирует изображение через линзу искажения. CC Page Turn – эффект переворачивания страницы. CC Power Pin – тот же Corner Pin, только с направляющими перспективы. CC Ripple Plus создает пульсирующие волны. Обязательно должен быть анимирован параметр Plus Level. CC Slant искажает видео по горизонтали.
точка вертикального масштабирования и искажения может быть изменена. CC Smear позволяет создавать анимированные искривления от точки к точке. CC Split делает надрез между двумя точками с возможностью анимировать его ширину. CC Split 2 делает надрез между двумя точками с возможностью анимировать отдельные края сечения. CC Tiler уменьшает изображение, заполняя композицию копиями по принципу плитки.